эксперимент с зарядным устройством для мобильного телефона. Добрый день, подписчики и зрители канала. У себя дома я собрал такую схему с использованием бифилярной катушки. Запитывал я эту бифилярную катушку не от индукционной плиты. Как источник питания я использовал зарядку для мобильного телефона. Прямое назначение этой зарядки таково: вы ложите мобильный телефон на это зарядное устройство сверху, и телефон заряжается. Я решил провести эксперимент и использовать это зарядное устройство вместе с бифилярной катушкой. Как вы уже наблюдаете, результат этого эксперимента – лампочка постоянно не горит, а лишь моргает. Ну а теперь замерим напряжение и посмотрим, почему же лампочка моргает и не горит постоянным светом. Напряжение постоянного тока присутствует, но оно переменно то появляется, то исчезает. Светодиодная лампа, которую я использую, рассчитана на напряжение от 10 до 30 вольт. Возьмем обычную батарейку на 9 вольт, замерим вольтаж и увидим, что нам показывает 9,3 вольта. Теперь я подключу лампу к этой батарейке и мы посмотрим, как она начнет светить. Итак, вывод из этого опыта. Бифилярная катушка, запитанная от беспроводной зарядки смартфона, не способна увеличивать мощность потребления энергии. Рекомендую приобрести индукционную плиту на случай апокалипсиса и проведения экспериментов с бифилярными катушками. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра!